Приветствую всех зрителей моего канала, и сегодня у нас с вами будет второй отчет по моему проекту «Спокойствие, храбрость и мудрость 2». Что я вам могу сказать? Не виделись мы с вами ровно 6 дней. 6 дней назад я снимала предыдущий отчет, и в тот день у меня было 4 нижних листа уже отшито, сейчас у меня отшито еще 2 листа. Давайте покажу вам, как выглядело мое продвижение в прошлый раз, когда вы его видели. Вот таким вот образом все у нас было, и вот так выглядит моя картина сейчас. То есть у нас уже отшиты все нижние листы, 4 штуки, и 2 листа во втором ряду, и осталось еще 2 листа, вот этот вот уже кусочек с, получается, третьего листа. Да, хочу сразу сказать насчет предыдущего отчета. Я показывала бленд, да, который у меня получился не совсем такой, как он должен был быть. И мне сказали, что да, сразу бросились в глаза какие-то розовые пятна. Вот насчет розовых пятен. Вот это вот все сплошное розовое пятно. Оно так не будет потом. В итоге, может быть, кто-то не смотрел, да, я не упускаю такой возможности, может, многое кто не смотрел предыдущие мои отчеты. Здесь все вот эти вот цветы — это Dimensions. Здесь все эти цветы будут в бэке, здесь будет огромное его количество. И все вот эти вот действительно розовые пятна, они все будут очерчены и будут отдельными цветочками. Цветочки будут цветочками, листочки будут листочками. То есть то, что вы сейчас видите, это заготовка, это полуфабрикат. То есть вот эти вот розовые пятна, они такими не будут. То есть это не прогон, это не, я не знаю, там какая-то ошибка в схеме или что-то такое, это просто полуфабрикат. Поэтому вот то, что я говорила, видите, сейчас вот, вот этот бленд розового с более темным, мне кажется, его никоим образом нельзя назвать каким-то розовым пятном. Вот. Скорее всего, пятна имелись в виду именно вот сами цветы. Так что продвигаюсь я, как мне кажется, нормальными темпами. Вот это вот все, вот здесь участок и вот это вот, это фактически все полукрест. Давайте я вам покажу это все поближе. Вот. Это все было полукрестом в 4-5 сложений. Ну, видите, там крестик тоже кое-где есть. Но в основной своей массе это полукрест в 4-5 сложений. Появился опять мой любимый бленд здесь, это, видите, вот этот вот розовый с фиолетовым. Это, я помню, это был мой любимый бленд. Я снова им вышиваю. Видите, здесь тоже в основном полукрестики. И вот здесь в основном полукрестики, но такие жирненькие. А здесь вот уже смесь крестов и полукрестов. Здесь и такой, видите, здесь тоже. То есть здесь намешано, чего там только не намешано. В целом работа продвигается достаточно легко, я еще буду вам рассказывать, сейчас как раз буду снимать впечатления месяца, расскажу вам вообще о своих творческих планах на будущее. Но сейчас работа продвигается нормально, она мне не приносит какого-то там неудовольствия или чего-то еще, я абсолютно нормально, спокойно, с вдохновением ее делаю. Так что пока никаких сложностей с отшивом у меня не намечается. Будет еще 2 вот этих вот листа. И если мне не изменяет память, вот эти вот 4 листа, возможно, здесь... А нет, здесь еще будет. Здесь будут, получается, вот так еще кроны деревьев. Вот так вот. А вот этот и вот этот лист будут полностью заполнены. А вот этот второй и третий, и чуть-чуть вот 6-го и 7-го, это место, где будет надпись потом в итоге. То есть эти листы будут зашиваться не полностью. Хотелось бы, конечно, за ближайшие 6 дней, или сколько там у меня до следующего отчета, отшить еще вот эти 2 листа, но посмотрим. В принципе, я себе так сейчас поделила. Расписала там уже вообще себе до середины ноября, какие у меня будут видео. Не помню, на когда я себе там очередной отчет написала, но вот как придет эта дата, сниму уже, на каком оно там этапе будет, на таком и будет. Так что пока я всем довольна. Спрашивали по поводу того, как второй отшив проходит. Проходит нормально. Думаю, возможно, то сейчас в впечатлениях месяца об этом расскажу. И еще под видео с подготовкой к этому проекту меня спрашивали, что за канва. Я, по-моему,
порыве радости от начала этого проекта не сказала тогда, это Аида 18-я. Точно такая же, как была у меня в предыдущей работе, поэтому мне нравится на ней вышивать, она мне не кажется какой-то очень мелкой и вполне себе нормальной, крестики ложатся хорошо. Давайте покажу вам какой-то... А, ну вот, собственно, вот этот участок, почему нет. То есть крестики ложатся хорошо, плотненько, но бывало и плотнее, то есть не, они не толкаются. По крайней мере, по впечатлениям от отшива, и полукрестики ложатся тоже достаточно нормально. В 4-5 сложений на 18-й конве ничего никуда не вылезает, все хорошо. Конечно, сейчас немножко так работа странно выглядит, потому что тут отшитый кусок, тут не отшитый кусок, но будем сегодня над ним работать, сегодня и в ближайшие дни. Но вот здесь вот, вот этот вот кусок, лист, и который будет рядом с ним, там полная зашивка, там просто все, там эти кусты, там будет очень много всего. Ну что, наверное, все на этом. Или, возможно, покажу вам сейчас еще схему. Как будет выглядеть схема вот этих вот следующего листа, который я сейчас отшиваю. Я продолжаю работать по той же самой схеме. То есть, если сейчас у меня 11-й лист в работе, то сразу же с ним в работе и 12-й, и 7-й, и 8-й. Так, значит, 11-й. Вот у нас 11-й лист. Видите, это вот этот вот маленький кусочек, который я уже здесь отшила за вчерашний вечер. Вот благодаря тому, что я взаимодействую с соседними листами, видите, вот это вот все уже было отшито. То есть вчера я отшила только вот этот вот кусочек. Вот это все было отшито, то, что снизу, вот это то, что сбоку уже отшито. И вот здесь чуть-чуть. В предыдущем листе у меня вообще было уже, когда я дошла до этого листа, у меня пол листа уже было отшито благодаря соседнему. То есть вот этот вот, где вот этот вот участок, когда я делала, я вот эти вот все розовые цветы, здесь вот так вот была разбивка на лист, я все вот это вот вышивала вместе с тем листом, получилось, что пол листа у меня уже было готово. Так что вот это у нас 11-й, который я сейчас буду делать, видите, фактически полная зашивка, то есть... Ну, вот этот кусочек не считается. То есть все полностью вышивается. А потом, что у нас 12-й соседний с ним. Но здесь, понятно, я еще не добралась. Тоже полная зашивка. Вон уже деревья начинаются. А нет, даже здесь я умудрилась чуть-чуть залезть. Кусочек отшит. Ну и 7-й, 8-й. Вот, видите, уже идет надпись в верхней части 7-го листа. И вот, вот эти деревья, но вышивается это все полукрестом тоже. Так что это будет несложно. И здесь, видите, большое количество этих французских узелков. И 8-й лист, смотрим, это уже сами деревья. Вот, так что предстоит мне еще до этого листа, видите, я тоже не добралась еще. Ничего не позачеркивала. Так что двигаюсь я достаточно стремительно. Пока что у меня игрушки мои, если вот эти вот демешес, которые я делала, они у меня пока немножко застопорились. Я один только день повышивала чуть-чуть одну игрушку, но я никуда не спешу с ними, просто потому что я заказала креник, еще одну катушку, которая мне была нужна, и она придет, судя по всему, не скоро. Я думаю, что это будет... В конце ноября, если это будет, это мне еще повезло. Поэтому нужно будет закончить ту последнюю игрушку и их постирать, и как-то подготовить уже к оформлению, все продумать, и будем ждать ту катушку креника, чтобы уже все сделать окончательно. Но я работаю над другими новогодними игрушками и думаю вообще, что я еще успею сделать до этого Нового года. И у меня лежит, по-моему, я вот вчера не могла вспомнить, то ли один, то ли два комплекта уже готовых отшитых игрушек. Один лежит точно. Чему-то я была уверена, что два, но что-то я про второй не могу вспомнить, что я там сделала. Поэтому нужно будет сейчас вспоминать, что я там наделала. И думаю, уже в ноябре должны у меня пойти... видео с новогодними игрушками. Так что я уже себе запланировала даже, что я буду делать в январе. Короче, я сумасшедшая. У меня этих
планов, но об этом всем буду вам сейчас рассказывать во впечатлениях октября. А с этой картиной пока прощаемся. И я думаю, встретимся с вами где-то через недельку и покажу, какой кусок мне удастся еще отшить. Все, спасибо большое за внимание, удачи вам и творческих успехов. Пока!